Новости Иркутской области, Забайкальского края, Китая и Монголии в эфире ТВКОМа. В ближайшие 15 минут я, Илья Бельков, расскажу о том, что волнует наших соседей. Здравствуйте! И в начале краткий анонс тем выпуска. Новые вагоны для перевозки газа начали использовать в Иркутской области. Лучшие педагоги и воспитатели со всего Забайкалья собрались в Чите на профессиональном конкурсе. Эпидемия TikTok, китайская социальная сеть, покоряет мировой рынок. В Усть-Куте появится больше 2000 рабочих мест. Их откроют на газовом производстве. Сейчас оно проходит модернизацию. Так, перевозить топливо будут в новых вагонах, произведенных в Казахстане. Это вагоны нового поколения. Они созданы для перевозки сжиженных углеводородных газов. Вагон представляет собой конструкцию с тремя тележками, на которой расположены два котла. Иркутская нефтяная компания первая в России начала использовать такие комплексы и уже произвела отгрузку технической смеси пропана и бутана в первые 5 цистерн. Отгрузку сжиженных углеводородных газов, то есть пропан-бутановой смеси, мы начали на комплексе приема в сентябре месяце. Отгружали мы в обычные железнодорожные цистерны, но буквально на днях нам поступили новейшие, так сказать, нововведения, спаренные железнодорожные цистерны. То есть данное новшество, можно сказать, уникально в рамках Восточной Сибири. Цистерны принадлежат одному из крупнейших частных железнодорожных операторов Казахстана и изготовлены по спецзаказу ИНК. Применение инновационных вагонов позволит увеличить объемы отгрузки углеводородного сырья на 27%. При этом будут использовать существующую железнодорожную инфраструктуру. А конструктивные особенности комплекса позволяют беспрепятственно проходить сложные повороты. Иркутская нефтяная компания заключила договор долгосрочной аренды на 400 таких цистерн. Это закроет потребности в перевозке всего объема продукции, которая произведена на установке подготовки газа на Ирактинском месторождении. В Забайкалье начался краевой конкурс профессионального мастерства среди учителей и воспитателей детских садов. Почти сотня лучших педагогов съехалась в эти дни в Читу, чтобы показать свои навыки. С некоторыми участниками познакомились и наши коллеги из Читы. Прежде чем попасть в этот зал и стать официальными участниками конкурса, педагогам пришлось пройти заочный этап, в рамках которого необходимо было представить свою педагогическую находку, персональный сайт и рассказать о себе в видеоролике. С заданиями успешно справились 82 человека. Они-то и поборются за звание лучшего из лучших. Виктория Сутурина уже 13 лет работает воспитателем в детском саду «Светлячок» в Атамановке. В ее группе больше 30 маленьких непосед. Уследить за всеми задача непростая. Но Виктория справляется. Более того, признается, физически, конечно, устает, но эмоционального выгорания не происходит. Работа на самом деле не сложная, а очень интересная, потому что каждый день сталкиваешься с детством, с маленькими ребятишками, поэтому ничего сложного, а главное любить свою работу. Пришла на конкурс больше, так сказать, за эмоциями, за положительным настроем, потому что это настолько такие курсы повышения квалификации, мне кажется, для каждого педагога, который больше нигде невозможно будет найти. К испытаниям готовится и Иван Гаврилов, учитель истории из села Верхний Цесучей. По статистике, мужчин среди учителей намного меньше, чем женщин. Однако школе, в которой работает Иван Александрович, повезло. Он не единственный представитель сильного пола в коллективе. И это, считает он, хорошо для гармоничного развития детей. Профессию считаю действительно очень важной в нашем обществе, и во все времена она была очень важной, востребованной. И как мечтал ли я о профессии, но скажу прямо, мои мечты были разноплановыми в детстве, но в том числе и учителем тоже в детстве рассматривал даже такую, скажем, вероятность стать учителем. Впереди у конкурсантов очный этап, который включает несколько заданий. Так, в частности, учителям предстоит провести открытый урок, методический семинар, мастер-класс для своих коллег и классный час для детей. Победители краевых конкурсов будут представлять Забайкальский край в 2019 и в 2020 году на всероссийском уровне. Как не стать жертвой злоумышленника? Что делать, если обнаружили предмет, похожий на бомбу? Как вести себя в режиме чрезвычайной ситуации? Сотрудники МЧС Забайкалья провели первый мастер-класс для журналистов и студентов. Подробности в следующем сюжете. При обнаружении любого предмета в первую очередь необходимо выключить телефоны,
любые радиосредства, которые могут передавать сигналы. Также отойти на безопасное расстояние, вызвать МЧС. Самое простое правило, рассказывают сотрудники Росгвардии, не поднимать на улице ничего. И речь не только о пакетах, оставленных в общественном транспорте. Простой кошелек, коробочка или даже дверной звонок могут стать замаскированной миной. Все знают, насколько опасны мины, но самые страшные из них – это вот такие маленькие коробочки и кошельки, которые могут взорваться либо от того, что вы их открыли, либо от того, что вы их подняли. Вот такой кошелек может стать причиной очень страшной травмы. Студенты факультетов журналистики и связи с общественностью, а также читинские журналисты учились правильно вести себя в различных критических ситуациях. Конечно, самая интересная – практика. Как не спровоцировать злоумышленника на конфликт? И что делать, если конфликта избежать не удалось, рассказали специалисты ОМОНа на транспорте Росгвардии края. Хорошо, давайте, вот вы нашли. Вот, все, видите, все, я вашей воле, пожалуйста. Инициатором мероприятия выступило управление Росгвардии по Забайкальскому краю. В мастер-классе также приняли участие специалисты МЧС и УФСИН. Надо сказать, что поводов собраться было много. Ну, во-первых, в этом месяце мы отмечаем 3-летие Росгвардии, а плюс Росгвардия отмечает еще 2 юбилея, это 250 лет, Евграф Комаровского и Михаила Калашникова. Мы, как правило, работаем в каких-то довольно-таки кризисных ситуациях, чрезвычайных ситуациях, где всегда нужно быть начеку. И, естественно, сегодня мы хотим дать практические знания и навыки для журналистов, действующих и будущих, о том, как не стать самим жертвой в какой-то вот кризисной ситуации. Каждый из сотрудников спецслужб начинал свой рассказ с того, что свою жизнь нужно ценить и не стоит ради красивых картинок кидаться в самое пекло. Были такие ситуации, когда журналисты заходили в пожар, хотели снять какие-то красивые кадры, но потом приходилось снимать как раз репортажи о них, о их безответственности. К счастью, у нас журналисты все-таки подготовлены. У нас таких ситуаций в нашем субъекте не было. Ребята задавали вопросы и учились применять методы самообороны, рассматривали всевозможные взрывные устройства и даже узнали об особенностях работы в местах отбывания наказания. Перед тем, как браться за подобное дело, нужно все как следует обдумать, потому что это большая ответственность. Это очень хороший мастер-класс, то есть он не просто для чего-то, он может помочь в жизни. Серафим Аляхова, Анатолий Тюльнев, «Середина земли», Забайкальский край. Коротко о заметных событиях Сибири и Дальнего Востока. Далее. И к международному блоку новостей. Город Чэнду на юго-западе Китая – один из крупнейших промышленных центров страны. Именно здесь делают ракеты, самолеты и автомобили. На многих предприятиях работают иностранцы. Чтобы дать им возможность жить как дома, власти Чэнду пошли на эксперимент и построили международный квартал. Американец Джон О'Коннелл приехал со своей женой в Чэнду 4 года назад. За это время он здесь хорошо освоился, и теперь ему достаточно даже одного глотка, чтобы определить качество заваренного чая. О'Коннелл работает учителем английского языка в местной школе. Хотя его близкие друзья далеко, и Джон не говорит по-китайски, но чувствует он себя в Чэнду практически как дома. Сюда приезжает все больше людей из других стран. Некоторые бывают только наездами, а многие, как я, становятся местными иностранцами. Чэнду становится все более приспособленным для жизни приезжих. О'Коннелл со своей женой снял квартиру в сообществе Тунзылинь, специально построенном городскими властями квартале для иностранцев. Получился такой кусок зарубежья в центре китайского мегаполиса. Здесь делают все, чтобы приезжие не испытывали никаких трудностей. К примеру, тут же можно решить визовые вопросы и оформить регистрацию.
Сколько здесь живу, у меня никогда не возникало никаких проблем. Не перестаю удивляться их вниманию к нам, иностранцам. К примеру, поставили полки с книгами. Ежедневно отправляют сообщения с важной информацией. Такая забота очень впечатляет. Чэнду – рекордсмен центральных и западных регионов Китая по числу приезжих из-за рубежа. Здесь живет 20 тысяч иностранцев из 30 стран мира. Надеюсь, что благодаря нашим усилиям иностранцы чувствуют здесь себя как дома, на родине, где они могут свободно общаться со своими соседями, местными жителями. Мы стараемся сделать все, чтобы им здесь стало проще жить. Местные власти планируют построить в ближайшие 5 лет 45 таких международных кварталов. Сейчас специалисты работают над проектами, которые лучше всего отвечают потребностям города. Мы делаем все, чтобы повысить качество жизни в Чэнду. Это должно привлечь еще больше иностранцев жить и работать в Чэнду. Соответственно, вырастет их вклад в развитие города. Чем комфортнее для приезжих будет Чэнду, тем больше экспатов и зарубежных компаний обоснуется в мегаполисе. Джон О'Коннелл настолько чувствует себя здесь своим, что по вечерам выходит с соседями следить за порядком на улицах. Джон считает, что 4 года назад они с женой приняли лучшее решение в своей жизни, выбрав Чэнду. И теперь они надеются задержаться в этом городе подольше. Ми Лин, Мэн Циншэн, CGTN. Китайский TikTok в последние месяцы бьет рекорды популярности среди социальных сетей. Приложение успешно вышло на мировой рынок и теснит таких именитых конкурентов, как Snapchat и Instagram. В секрете его успеха разбирались наши китайские коллеги. Пес суши в TikTok – большая звезда. Охват, который обеспечивает это приложение, просто феноменален. А для хозяйки собаки Терезы TikTok открывает целый мир новых возможностей. Всего за пару месяцев на суши подписалось более 250 000 человек. У нас есть аккаунт и в Инстаграме, но развивать его намного сложнее, потому что очень велика конкуренция. А в TikTok, даже если вы новый юзер без пользователей, ваш первый же ролик может сразу стать виральным. TikTok – это новая социальная сеть, в которой пользователи обмениваются 15-секундными видео. В последние месяцы приложение бьет рекорды по скачиваниям. На данный момент его аудитория насчитывает 800 миллионов активных пользователей. Если вы хотите запрыгнуть в лодку под названием TikTok, то сейчас самое время. Приложение растет взрывными темпами. В отличие от других популярных на международном рынке соцсетей, TikTok родом из Китая. Она принадлежит пекинской компании ByteDance, которая в 2017 году приобрела американское приложение Musical.ly и создала на его базе TikTok. И приложение выстрелило. Это необычно для американцев так быстро влюбиться в китайское приложение. Но в нашем случае именно это и случилось. Такие результаты не могли остаться без внимания конкурентов. Так Facebook запустил приложение Lasso с похожим функционалом. Однако эксперты полагают, что повторить успех TikTok может оказаться не так просто. TikTok позволяет создавать очень узко ориентированный контент, снимать и редактировать видео так, чтобы заточить его под определенную аудиторию и тем самым наращивать свое влияние и популярность. Имиджу TikTok не могут навредить даже публичные скандалы. Так, штраф со стороны США на $5.7 миллиона за сбор личных данных пользователей моложе 13 лет никак не повлиял на темпы скачивания приложения. Достаточно одного видео, чтобы оказаться в топе, а у нас их уже 2. У разработчиков TikTok тоже получилось выбиться в топ. Теперь весь вопрос в том, удастся ли им закрепиться там надолго. Александр Дегтярев, CGTN. Монголия увеличит объем экспорта сельхозпродукции в Россию. Министр сельского хозяйства степной страны провел встречу со своим российским коллегой Дмитрием Патрушевым. Во время встречи стороны отметили наличие возможностей сотрудничества в увеличении объемов экспорта монгольской сельхозпродукции в Российскую Федерацию для устранения торгового дисбаланса. Участники встречи также пришли к договоренности по сотрудничеству с российскими институтами в вопросе защиты генофонда скота. И на этом на сегодня все. Не забывайте включать ТВКом каждый будний день в 20 часов 10 минут. Мы рассказываем самые актуальные новости соседних регионов и стран. В студии работал Илья Бельков. До встречи в эфире.